Всем привет, ребята, с вами Максимус. Сегодня я покажу вам место для фарма в Dark Souls 3. Вам нужно отправиться в локацию Анарлонда, самый первый костер, и нужно иметь при себе тяжелое оружие. Фармить будем вот таких вот серебряных рыцарей. Этого копейщика бойтесь, потому что он делает просто неимоверный выпад, но зато очень легко парируется. Отводить его подальше, желательно в самый низ от лестницы, потому что у него здесь есть друг-мечник, который ему сейчас будет помогать. Смотрите, он сейчас справа подойдет. Я успел убить его. Получается, с этого рыцаря мы получаем 2500 душ. С этого мы тоже получим 2500 душ. И с третьего рыцаря, последнего, получаем 4000 душ. У него просто больше здоровья и яростный удар. С каждого рыцаря падает куски серебряного сета и куски титанида. Плюс может упасть большой кусочек. Если вы уроните рыцаря вниз, ну, со стены, вы получите за него души, но не получите лут. Так что имейте в виду. Данный метод довольно-таки сложен, потому что вам нужно оружие, которое будет сбивать с ног этих рыцарей. Ну или, возможно, просто будете парировать и бэкстабить этих вражин. Все, возвращайтесь на костер. Метод занимает всего 90 секунд. Можете спокойно фармить. Через некоторое время я выложу еще один ролик, в котором скажу более простой фарм. Всем спасибо, всем пока.